Фридрих Карлович Цукришвили укропом торговал и луком стрельчатым торговал, черемшой грузинской и рукковой заморской, зеленью всякой, разной, ботвой торговал и тем, что из ботвы вырастает, фруктом торговал и овощью торговал, хванчкарой торговал подвальной, водярой торговал паленой, коксом и колесами торговал, мостом через Керченский пролив и проливом под этим мостом. Бюджетом торговал чеченским, профицитом торговал сибирским, кредитом торговал прибалтийским, валютным фондом торговал. Но немного, много не дали. Пушками торговал, ракетами, газетами, пароходами, рудниками, скважинами, блядями, сисястами и парнями масластами торговал. Честными торговал и грешными, падшими и воскресшими, серыми и улетными, умными и еретиками. Глупцов и поминать нечего. Мыслью торговал и бессмыслицей, словом и делом торговал. Стыдом и совестью торговал, дробью барабанной торговал и флагами приспущенными. А потом белины объелся и подался в монастырь. Упал на сырую землю и еле дождался, пока помер. Чудны дела твои, Господи! Ей-богу!